Всем привет. Так. Что я вчера делал? Я хотел ламинарий найти. А для них мне нужно море. Продолжаем идти вниз. Может, что найдем? Ну, даже клочка не вижу. Котя, бежим. Только не помри. Оказалось, они котика убивают. У меня покушать есть? Есть. Отлично. Можно было лодку так сделать. Наверное, так домой я буду возвращаться. Как раз. А где мой дом? Где мой дом? А, всегда я далеко убежал. Уж испугался, что потерял. Ну нет, опять ты. Отстань, пожалуйста. По-хорошему прошу. Лошадку бы еще найти. У меня седла нету. Поэтому, в принципе, пока что нафиг надо. Привет. А я тут водоросли ищу. Особенно. Нежный? Не знаю. У меня другой был какой-то. Что-то есть. Я заметил, у меня голос за дня в день разный постоянно. Я найду здесь море, но, видимо, не скоро. Возьму с собой. Кстати, у меня же появился рюкзак. Точно. Забыл про него совсем. Ну, классное место. Что я не смогу. А ладно. Сюда закинем и рыбку. С собой возьму.
Может, нельзя факелом как-нибудь поджечь? Видимо, нет. Ну, сделаем вид, что так и задумано. Руку, чтобы держать. Подожди, я жарю. Нормально. Продолжаем. Пишу текст. Как работает YouTube модель? Ну, по сути, много особо делать не нужно. То есть ты, если прям совсем легко, то можно просто взять тут же Heroid Studio, сделать там модельку, там готовые пресеты есть. И потом с этой готовой модельки просто, допустим, либо VCFace скачиваешь, либо VMagic Mirror, и все, в принципе. И твоя моделька анимированная уже готова. Ну, так, грубо говоря, в двух кликах. Конечно, можно подзапариться там через Blender всякие фишки добавить, через Unity. Ну, а если прям совсем уж жестко, ну или ты просто умеешь рисовать, то можно... Можно ее нарисовать, анимировать. Это даже лучше будет, чем 3D-моделька. Единственное, что анимировать придется. Нет, это как раз VCFace. Там можно либо сделать, чтобы автоматически моргал, либо чтобы он следил за глазками. Но у меня слеживание стоит, поэтому, в принципе. Ну, там можно настроить это. У меня изначально он моргал, как упоротый человек какой-то. Наполовину, буквально. Ну и я связал глаза, то есть если я даже одним глазом моргну, у меня моргнут оба глаза. Потому что я что-то посмотрел, и мне не особо понравилось, как работает по отдельности глаза. Конечно, все настроить можно, но мне пока что лень над этим заморачиваться. Я хочу научиться рисовать и себе модельку сделать. Ну, на основании этой, можно сказать. А так, в принципе, это не сложно. Но мне кажется, даже если заказывать у другого человека модельку 2D, то это не сильно дорого выйдет. Там, конечно, еще зависит от самого художника и качества модельки, которую ты хочешь. Если там прям как у Hollow Life и еще таких подобных, то там, конечно, это выйдет очень дорого. Я вот смотрел какого-то ютубера, японскую художницу. А такие классные модельки рисуют. Мне прям понравилось. И я наконец-то дошел до этого места. Ура! Все ради пару ламинарий.
Нет, моя цель выполнена. Отлично. Теперь осталось только домой вернуться. Ну, может, он скелетом, и простительно. У меня, например, иногда глаза закрываются просто с ничего. Не знаю, от чего это зависит. Камера плохая у меня, просто такая самая дешманская. Вот была бы получше, было бы и качество отслеживания получше. Так, если 2D модель, то может. Ну, если он сам это делал и первый раз, то можно понять. Это довольно трудоемкий процесс. Ну, как я понял. Плюс нарисовать модельку и все это такого. Я все, что вышло, это вот, вот это. К сожалению, в том же Heroid Studio довольно сложно создать что-то такое там, уникальное. Да и я, в принципе, не придумал себе никакого стиля, которым хотел бы модель иметь. Вспомнить никого, у кого были бы такие прям серьезные модельки. Из Холла Старса только я помню. Дитка. Не помню, как зовут, конечно. Какое-то видео смотрел про них. Мне понравилось. Они такие харизматичные все. Примеру, если ты еще тут, кого примерно ты бы хотел увидеть? А женский, мужской персонаж, без разницы. Не, где-то видел похожий. Как раз вот то, что ты описал.
Кстати, это, в принципе, можно реализовать. Не, я точно уверен, что существует где-то канал такой. Я когда-то где-то его видел. Но вот когда и где, я не помню. Давно очень, наверное. Вот прям все, как ты описал. Еще я видел канал довольно популярный, может, ты тоже видел. Там девушка. У нее есть. Сколько там, три версии вроде модельки. Одна из них такая жуткая, прям криповая. Просто огромный монстр. Ну, было бы забавно, да? Ну, такое, да, редко увидишь. Кого-нибудь Путина сделают. Будет сидеть Путин играть в всякие Майнкрафты ваши. Мне сейчас бежать и бежать до дома. Не, в Blizzard тоже поздно. Они, я смотрю, уже потеряли свою креативность, судя по всему. Даже если тоже Overwatch брать, что-то как-то ничего такого интересного они в последнее время не делали. Да и персонажи у них как-то стали такими типичными. Невзрачные, я прям сказал. Хотя кому как. Я не помню даже, что они там последнего делали. Последнее, что я запомнил, это то, что они включили возможность. Ну, хотя это из-за санкций связано, но все же. Что теперь нельзя подписку покупать на WoW. Я только себе хотел классные игры покупать в Стиме, и тут на тебе такая ситуация неприятная. Прикольно выглядит место. Может, лодку скрафтить просто. Эй, котик. Кота потерял. Где котик? Что-то я поздно заметил. Он на деревьях остался там. Эй, кот, ты где? Вернись ко мне. Ну да. Так просто. О, нашелся. И он все это время за мной бежал, не знаю. Вообще я не понимаю вот этого всего ущемления. Это реально будто людям просто заняться нечем, поэтому они стали вот такой херней заниматься. Ну или кто-то просто захотел легкой жизни.
тех же Riot взять, например. Этот скандал, при котором им пришлось всем женщинам выплачивать дофига денег просто за то, что они девушки. Привет, аксолотлик. Я в одиночной играю, прости. Ну, это сборка еще с модами. Поэтому не выйдет. Вот. Кот, полезай в лодку. Я могу его? Все. Поплыли. Сейчас еще и кувшинок насобираем. Я где-то видел видос, где как раз вот этот сторонник спорил с обычным человеком. И меня забавил тот факт, что он сказал, что ты в любой момент можешь быть кем угодно. И в этом же видосе вот этот обычный человек такой, типа, теперь я леопард. И буквально через пару секунд теперь я, там, не знаю, тигр. И этот мужик, который борется за эти права, такой, типа... Прости, это так не работает. Хотя буквально пару секунд назад говорил обратное. Мне кажется, вот за счет вот этого можно и понять, что там происходит. Может, я, конечно, плохо объяснил, извиняюсь сразу. Я не лезу вообще в эти дела. Я просто забавляю видосы про то, как они борются за права разных людей. А в России я вообще не понимаю, за что борются те же феминистки. У нас, по сути, общество такое, что у нас женщинам больше привилегий дается, чем мужчинам. А те же зарплаты, я вот этого вот тоже не понимаю, по сути. Зачем работодателю держать мужчин, которым надо платить больше, если есть женщины, которым можно платить меньше? Это как-то странно выходит. Вообще Россия как бы против ЛГБТ. Ну, как минимум старое общество. Там люди за 40 плюс там. Я просто ко всем нейтрально отношусь. У меня своя жизнь, мне ее хватает. А что там где происходит, мне вообще пофиг. У меня свои проблемы. Или вот эта сейчас история с той же войной в Украине, что... Лишь бы мне после этого стрима не забанили аккаунт. Что, типа... А как вообще украинцы думают, чтобы россияне закончили войну, ну, серьезно? Тут недавно вроде как, точнее, как бы и было митинги вот эти против власти, но что-то они никому не помогли, так вот. Зачем тогда и на это выходить и жертвовать своим временем и силами? Плюс тебя еще и посадить могут. Вот у меня примерно такое же мнение. Ух, я подвисла.
типа, ну, выйду я на митинг, окей. И что дальше? Меня посадят, и все. Я угроблю всю свою жизнь. Спасибо. Кто мне потом поможет? Никто, вот именно. Поэтому зачем мне рисковать своей жизнью? Ради каких-то незнакомых мне людей. Война есть война. Типа, я понимаю, что это плохо, конечно, но что я с ней сделать могу? Это все на уровне политики. Фиг его знает. Всякое может быть. Да мне так-то и на аккаунт не особо-то... Точнее, в принципе, пофиг. Особо я здесь ничего не добился. Ну, хотя я и стримлю недавно. Как сказать, недавно. Я просто забрасывал в какой-то момент. Сейчас снова начал. Но всяких маленьких детей, которые тут пишут всякую херню, которая мне не нравится, я буду банить. Один уже улетел. Спасибо за подписку. Ну, мало ли, типа... Это Twitch, что сказать. У него даже конкурентов нету, кроме YouTube. Ну, я бы не сказал даже, что YouTube это уже такой большой конкурент. То, что хотел. Гуги. А, все понял. Да, я видел. Да, я еще какие-то видел даже. Но я пока не знаю, насколько сильно они хороши. Ну, в принципе, да. Можно им пользоваться как альтернативой. Единственный вопрос по людям. Все привыкли уже на Твиче просто смотреть. Поэтому. Тут как минимум больше людей. Разных сидит. Давай. Немножко переделаем, чтобы более-менее хорошо выглядело. И попробую хотя бы первые механизмы сделать. Для еды хотя бы. С едой прям очень травлы большие. Очень красивенькая ситуация.
масляная лампа. Обычные фонарики. Канделябр. Бра. Блин, ну бра неплохо выглядит, мне нравится. Хотя тут обычные лампы бы зашли. Они получше выглядят. Чуть лучше, чем был. Хотя, да, все равно криво выглядит так. Потом как-нибудь исправим, чтобы более-менее. Всяких зеленых отпугивать. Что мне там надо будет, шерсть и еще какая-нибудь фигня. Смотрим сейчас. Я, наверное, подниму. Проблема, да? Ладно. А, тихо. Еще заспавнится всякие. Переплавь немножко. Наверное, еще одну печку поставлю. А, у меня уже было. Ну ладно. Чем я по углю? Более-менее. Деревьев накопаю. Нарублю, точнее. Или подальше от дома, чтобы не портить. Я так ель не нашел, кстати. Что-то я забыл про нее совсем. Здесь у меня дверьки красиво получаются. Thank you.
сруб стран. А, ну там же эти же топал, точно. Хотя, наверное, можно уже сейчас вытащить. Смычу. Че оставлять? Блин, он так красиво здесь упал. Такой вызерц. А, он не копается. Понял. Да, не получится. Иногда потом, после алмазиков. Так, а здесь есть какой-нибудь чисто дубовый лес? Вот с этой стороны вроде. Еще раз привет. Так. Чем везде этот темный дуб? Мне не нужен. Какой спидран. Я в Майнта играю раз в столетие. Привет. А я без еды, да? Ново. Давно уже в эту сборку поиграть хотел. Но все никак руки не доходили. Один 16.5 вроде. Не помню точно. Да, вроде 1.16.5. Хотя, может, ее и обновили уже. Не знаю, надо было глянуть. Ну, не знаю. Почему кринжовый? Я не знаю почему, но я ее когда первый раз увидел, после этого ее все начали проходить, и я просто не понял, в чем прикол. Она на моем моде любимым основана, поэтому мне в принципе хорошо. Мне нравится. Это потом как-нибудь. В следующий раз, может быть. Я даже не знаю, что это. Это игра или это тоже Майнкрафт сервер какой-то. Но мне, в принципе, все нравится. Если играть не ванилу, точнее ванилу, то приятнее, конечно, с кем-нибудь там играть. Там собрать пати и спокойно проходить, не спидранить игру. Ну, хотя и сборки с модами, в принципе, та же история. В ваниле просто ты больше всяк креативишь. В виде построек всяких. Ну или там фермы всякие строишь. Из того, что у тебя есть.
Им кидаться можно. Или он урон наносит? Ну, скажи название, посмотрю. Я много какие играл, но не все прошел до конца. Я бы даже сказал, вообще не до конца прошел. Со знакомым просто вкусы разные. Соло играть мне неохота иногда, а ему не нравятся моды, которые нравятся мне. Ну и в ту же очередь это и в обратную сторону работает. То есть ему не нравятся те, которые я играю. Немножко неудачно выходит. О, кстати, это же хиль. Рушкрафт. Надо будет посмотреть. Там просто улучшение ванильного Майнкрафта. Сейчас мне не дадут нормально порубить дерево. О, землю мне принес. Че я рубил вообще? Я бы не сказал, что это много что меняет. Ну, конечно, если сравнивать с теми сборками, где под 300 модов. 200-300 модов. Всяких разных. Сейчас посмотрю, что это за сборка такая. Окей, ну, как минимум, здесь ее нет. Где я смотрю? Надо попозже посмотреть. Закидаю. Они вообще урон наносят. У меня кроется будет. Может, они на это и рассчитывали, чтобы такую минималистичную сборку сделать. Чисто, чтобы приятнее в самом ванильном Майнкрафт играть. Те же животные. Это так-то забавно. Дешево тебе просто будет. Утка с утятами бегут. Медведи те же самые. Ну, я лучше там бегаю. Я сейчас убийца. Хотя вот деревня рядом есть, можно поспать. Нет, это не деревня. Это домик. Да, постройка какая-то. Нет, 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 нет. Это мой дом вообще. Что-то припал. Нет, ну вот сюда. У меня лучники. Че их так много? Хорошо, что я котика с собой не взял.
Да я ушел, блин, без еды. Без всего. Конечно, гениальная идея. Сейчас добегу до дома, посплю. И... хотя бы простенький механизм для еды сделаю. Чтобы хоть что-то есть. Скот. Да. Но есть я его не буду. Прошел со мной долгую дорогу. Если я не умру, конечно, будет хорошо. Я от зебри иду, конечно. Я бы меня думал. Мне кажется, у меня закончится дорога тем, что я просто упаду и умру. И появлюсь на спавне где-нибудь. Потому что я кровать сломал. Я вовремя вспомнил, что я не спал и не спал, не ставил точку с... Сейчас, подожди. Все, давай. Все, что хотел дерево порубить. Как так вышло? Еще и вход с другой стороны, блин. Зашел в Railcraft. Я нифига не понял. Пострадал херней и умер. И забросил эту сборку. Я, может, как-нибудь даже вернусь потом в нее еще. Попробую. Может, что-нибудь еще выйдет из этого. Сколько поиграл? Ну, я появился. Пробежал, ударил какую-то штуку, она меня убила, и все. Мэ. Ну ладно, я там еще побегал, конечно. Он научился добывать камень. И рубить дерево. И потом не понял, что мне дальше делать, и забросил. Я смотрел видео по этой сборке. А, про эту? А мне кто-то писал? А, Леночек. Прости, пожалуйста. Я думал, мне Квазар пишет. Я... сколько? Недели две где-то. Ну, пока что стримов у меня на недели две. Привет, Стеф. А так, в принципе, если бы не забросил, то, может, полгода где-то еще стримил бы уже. У меня там просто личные проблемы возникли, поэтому не получилось. Я, да. Я сейчас пытаюсь понять, что мне делать. Немножко. Так, здесь мне нужен антивизит. Ну, да, вроде примерно две недели. Может, чуть больше, может месяц уже. Хотя нет, месяц это много. Может, даже меньше. Не, какие донаты. У меня... очень офигенное название под стримами, поэтому ко мне люди-то очень редко заходят. Что уж говорить про донаты. Так.
Господи, что это? Самую простецкую штуку сделаю какую-нибудь, если получится. Вот именно. Какие донаты. Так, потом... Или там можно булыжник? Булыжник нельзя. Черт. Ну ладно. Так, у меня еще где-то шерсть была. Где-то у меня разноцветные мели. Да, реально. Я же говорю, у меня всего-то... Сколько? Стримов 10, может быть. От часа до 4 часов. Поэтому... Так сказать, только начал, поэтому ничего не то. Этот гриб может убрать. Блин, это дерево. Будь я аниме-девочкой, тогда бы было лучше. Тогда бы больше доната было. Возможно. С каким-нибудь милым голосом. Тут же две штуки. Окей. Я же еще игры проходил, которые не особо популярны были, поэтому... А под такими играми мало людей заходит. Ну, максимум, кто были, это боты, которые писали, хочешь больше фолловеров. Это все, в принципе. Ну, если сравнивать, то, в принципе, да. Вот ты бы зашел на игру Транзистор, например. И тем более к ноунейм стримеру, у которого один зритель. Ты его даже не найдешь, мне кажется. Штука, если очень редко. Это... Намеренно листать будешь. Опять еще один кусок земли стырю. Вот именно, блин, они заходят. И всякую херню про фолловеров пишет. Хочешь больше? Хочешь больше? Это просто нет, спасибо. Блин, маленькая получится, наверное. Что-то места так мало. Если дерево сносить. Вот тут снесу, наверное. Но игра неплохая, мне понравилась. Хоть и непонятно ни хера. Почти что. А, подожди, это слить можно. Но они мне сильно потом доели. Нет, железо, что я делаю, копаю железо. Хотя мне ее зомби подарил, поэтому.
Страшно. Еще лето, как назло. И заставишь себе что-то делать в такую жару. Честно, я без понятия. Они ее обновляли так, что я уже потерял, какие тут моды есть, какие нет. Она у меня валялась в списках просто и все. Я, в принципе, эту сборку чисто из этого мода и установил. Мне она что-то очень понравилась. Да-да-да. Не знаю, конечно, это был последний или нет, но это эпично. Такие штуки там делать можно. Yes. Ты ек. Здесь нормально, наверное, будет где-нибудь. Так, наверное. Спасибо, Леночка. Это тебе на дошек, брат. Не грусти, а то не будет расти то, что нужно. Спасибо большое. Это пока что первый человек. А про кредит, а им надо будет скоро, мне кажется, свою игру выпускать. Прям сильно, что ли? Что-то... У меня вроде нормально все. Судя по всему, по... статистики. Был же вроде, нет? Может, задержка есть какая-то? А стрим реально лаг? Да, спасибо большое. Покушаем. Живу в долг. Так, а... Что-то я засмотрелся и забыл. Раз меня не было? Ну-ка, секундочку. Странно. У меня вроде... На превью это отобразилось. Ну-ка. Это тебе на дошек, брат. Не грусти, появилось. А то не такое. Будет страсти, то, что нужно. Он немножко высоко у меня находится. Сейчас я немножко опущу его. Спасибо за подписку, давай, пока. Я немножко опустил, возможно, он просто высоко слишком был. Или что-то слетело у меня опять. Этот ОБС, он так криво работает постоянно. Так, мне нужна какая-то штука. А еще мне нужен клей, вроде. Забыл, как она работает. Сейчас, секундочку.
Не, надо обязательно клей использовать. У меня слаймов нету. Это получается вот эти шасси, да, радиальные. Ну нет. У меня нету этой штуки. Так, ну-ка, а тоже парус, например. А, вот их можно использовать. Как они делаются? В принципе, легко. Палки, железо и шерсть. Палок тоже нету, да? Я просто сам себе иногда тихо говорю. Мне что в жизни постоянно говорят, что я тихий очень. Могу себя чуть погромче сделать. Ну или просто, может, музыка громко играет. Так. Локуска, думаю, у меня достаточно будет. Еще микрофон и такой штопу. Поэтому так выходит. А, мне же в любом случае надо будет, да? Слаймов. Черт. Про это я забыл совсем. Или они так присоединяются? Короче, мне нужен слайм, да? Я так понял. Ну, блин, ну-ка, по квестам есть что-нибудь? Я вам английском не силен. Так, ну это что-то типа магазина, да? Да. Так. Чай с строителем. Ну так тоже можно. Я думал на парусе это просто сделать, но что-то не взял в расчет, что мне нужно будет слаймовая фигня. Пока сюда закину. А можно, конечно, на лайве пока что сделать. У меня тут, хотел сказать, ничего деревянного нет, а живу в лесу. Конечно. Так, ну ладно, это пусть пока здесь стоит. Но сюда можно радиальное шасси прилепить просто. Хотя куда она собирать это все будет? А интересно, здесь как-нибудь крафтится слаймовый шарик. Тесто и красить. Медуза. Блин, я только убежал с этого места. У меня хоть какая-то еда есть. Можно ламинарий пожарить. Что он дает вообще?
Теперь это насыщает. Отлично. Он спешка дает. Самое этого. Так, вот это я тогда скину сюда пока что. Аминари пережарю. Я думал, можно в принципе. Просто мне как мне просто странно видеть, как вращается парус в закрытом помещении. Это как-то очень странно выглядит. В принципе, можно, наверное, где-то здесь даже сделать. Здесь. Так. Типа это можно было впендюрить. Я бы планировал здесь продолжение сделать просто. Вот сюда прокопаться и здесь. А я тут переделал у вас стену? Нет, не переделал. Ну, это самое время. А, ну, так и сделал, наверное, сейчас как раз. Через лаву. Чё, мне там кружок нужен? Сложных механизмов пока как давно, хотя в принципе мне сейчас добыть немножко железа, сходить добыть слаймов, медузок, и в принципе можно тот же бур хотя бы сделать. Кстати, а в этой игре, в этой версии есть бамбук? Да, есть. Можно будет потом на нем. Хотя вот ламинарии можно как топливо использовать? Они вообще горят. Я же вытащил. А, нет, нельзя. Ладно. Печально. Тогда бамбук нужен. А тут, понимаешь, маленькая проблемка в том, что добыть-то железо я добыл, 2 стака, но мне нужна хотя бы первая дробилка, потому что когда ты добываешь железо, у тебя не слитки получаются, а кусочки железа. Тоже сходил, там так кучу, много чего добыл, а потом вернулся и понял, что я добыл всего 29 кусков слитков. Ну, кстати, точно, я про него забыл. Можно немного не опасаться этого всего.
немного читерно, ну ладно. Точно, можно же на водяном колесе это просто сделать. Крутилку поставить и пусть крутит меня, добывает всякую херню, всякую еду. Да это не отменяет того факта, что мне все равно нужно хотя бы один кусочек слайма. А тут просто вот эта фигня, которая мне чанки погружает, я так понял. Она взрывы тоже отключает. Я не знаю, можно ли это настроить, чтобы это не работало так. Если это должно быть, это... Точно видел где-то вроде было. Разве? Что-то внезапно музыка выключилась. Я не знаю почему, но на стриме как-то все темнее выглядит. Что-то у меня с музыкой проблемы какие-то. Ну ладно. Сейчас, может, починится скоро. А, ты про прогрузку? Ну, про прогрузку, да, я знаю. Вот это единственный минус этого мода, что тебе надо прогружать механизмы, чтобы они не стояли. Не, я хотел найти просто, чтобы... Я не помню, видел я или нет, вроде видел. Можно как-то отключить, вроде, чтобы только взрывы... Точнее, чтобы взрывы были, а прогрузка все равно работала. Ну, попозже, может, поищу где-нибудь, потом после стрима. Спасибо. Ну ладно. Зачем мне это, конечно, не знаю, но все же. Почему у меня с музыкой? Почему она у меня остановилась? Понял. Немножко другое включим тогда. Я пока вообще не понимаю их смысла. Мне все из полезного выпало только назаритовый кусочек, из которого я пока мало чего могу сделать. Нужно... Сколько тут будет? Три блока. Маловато, наверное, какой-то. Ну, а потом мне выпадали чисто всякие блоки, мне ненужные. Типа... Стрел с верёвкой. Или нет? А, нет. Это мне из... антиблок.
нашли из чизеля. Хотя крафтится он вроде легко. Ну да, чисто камень и цветокамень. Это все скинуть? Это не все? Все сделать. Надо из этой комнатки сделать круг, хотя бы минимальный. То есть, допустим, если здесь будет центр, а три, четыре. Еще две стеночки выкопать. Нет, лопата. Кажется, красивенько стоят. Ну, чтобы не мешали. Хотя бы самая минимальная сортировочка. Это я потом фиксе найду. А потом уже, когда аплайт сделаю, там уже полегче будет. А, ну... Маленькие у меня сундуки пока что под всякую фигню. Ну, пока самое минимальное. О, что на этот раз? Что это? Мультисерво пресс. Ладно, допустим, не знаю, что это. Четыре. Вот здесь еще по одному и с той стороны также. А, ну все равно сейчас буду переделать здесь. Надо копать ресурсы. Пик. Сюда, как обычно. Сюда каменной киркой выкапывает гребаные туннели. Их снаружи просто обустраивать не надо. Подземные самые легкие. Да, да, соглашусь. Они такие атмосферненькие получаются. Даже если брать трейлер тот же Крейта. Они же там вроде оформили это все в виде такого бункера. Хотя, мне кажется, там больше отсылка. А, нет, подожди, нет, это не трейлер был. Это похоже на Half-Life лабораторию. Но выглядело офигенно. Там даже несколько входов было. В принципе. Что это было? Почему он убегать начал? Я думаю, все освещено, более-менее. С этим куском ламинария бегаю. Так,
во-первых, не помню, ставил я или нет. Я не могу поставить. Нет, все-таки поставил. Так, во-вторых, что мне надо? Можно через лаву сделать? Надо. У меня же еще и эту землю надо делать. Не, мне в принципе такой стиль тоже нравится. Он такой прикольный. Что не все не в одном доме, а ты такие маленькие постройки строишь. И каждая для своей цели, например. Но все равно как-то пустынно выглядит, не знаю. Вот чего-чего не хватает, а это каких-нибудь мобов. Да, есть, конечно, мод, который дает тебе колонию создать. Вот тут прикольный. Мне понравилось. Правда, эти колонисты — это жуть полнейшая. Я так ванилки делал. Я там такое место классное нашел, мне понравилось. Я центр потерял. 4. Добрый вечер. Я в основном под землей делаю все, потому что так проще. Так просто проще. Конечно, выкапывать это все заколбываешься. Хотя в ванилке это проще. Ты можешь там какую-нибудь маленькую пещеру обустроить. Сделать себе кучу мощных инструментов и уже потом делать все. Красоту наводить. Хотя и на некоторых сборках так можно делать. Но вот этой фишки, что когда ты выкапываешь, у тебя выкапывается раздробленное железо, из которого кусочки железа получаются. Что-то я не помню этого на этой сборке. Мне кажется, в Майне не хватает разнообразия жителей. То есть не вот этих носатых, а там разнообразие моделек. А Created and Build вроде называется. Не помню. Вроде как-то так. Или Abound and Beyond. Чего я взял? Кремень? Не, ну тут есть моды, которые, в принципе, подходят к Кейту. Даже если взять тот видос с типа Half-Life базой, то тут, в принципе, все для такого креативного подходит. Можешь красоту построить. Хотя Create сам по себе такой красивый мод. Я где-то облажался? А, понял. Я ж говорю, я не помню. Я какой-то смотрел, но я не уверен, какой это. Зовут тортиков. А, да, все, это я смотрел. Про тортики я помню.
Целый собой тортик. Это забавно. Там же лава-тортики вроде делали. Всякие скелеты не херачили. Помню, в какой-то сборке, где я тоже был приедет. Это какая-то хардкорная слишком сборка там. Чтобы одну вещь сделать, надо было просто так заморочить. Мы в итоге забили на нее. Ну это выглядело забавно. Ну вообще сам по себе этот видос был офигенный. Эти все движущиеся штуки. А я не помню, это в этом трейлере или нет. Была фишка, что ты мог под углом поставить пол и спокойно ехать на вагонетке. Типа, я точно помню, там вроде... Двинулся пол с рельсами, встал под углом, и вагонетка спокойно проехала по нему. Что-то музыка не громкая, я не понимаю. Ой, что я делал? Ну, это было прикольно. Я, наверное, по кругу водичку сделаю. Говорю, вот как мод креет, это просто офигенных штук. Хочешь там, не знаю, лифт, держи. Хочешь... Может, тише? Отлично. У меня что-то тоже по ушам тут немножко. Не знаю. YouTube тяжело настроить с громкостью. Блин, надо дотянуться до сюда. Ну, по идее, должно. Где-нибудь вот здесь воду сделать. Теперь тихий трек. Я уже привык к этому. Я не особо много разговариваю просто. Поэтому...
людям скучновато сидеть на таких стримах. Ну и плюс я не аниме-девочек. Еще это. Слушаю. Спасибо. Может быть, когда-нибудь в будущем. А что у меня с глазами происходит? Странная фигня какая-то. Я аватарка, может, еще когда-нибудь поменяется. Но не в эту сторону. Пока не планирую становиться углебастардом. Не знаю, продолжение сделать под склад или... Ну и что сделаю? Пока не буду трогать это. Я вообще сегодня планировал не банк играть. Но я посмотрел какой-то видос, и меня... Снова потянулась вот здесь. А, я забыл свет поставить. Все, починили. Ух, что эти проблемы с тенями. Завтра, наверное, продолжу играть в то, что играл. Снова обсираться от страха перед неизведанным. Может, слышал? Darkwood называется игра. Такая криповая. Блин, мне так нравится это место. Ну-ка, я, наверное, даже здесь окошечко сделаю. Что? Хотя дико боязливый, но меня почему-то очень тянет на хоррор-игры. У меня там амнезия еще валяется, я думал амнезию пройти. Ну-ка, давай. Удиви. Фирхандер? Окей, вот про это я не слышал.
Я точно помню, что я Мэдфазер проходил. Вот она прикольная была. И еще про какую-то с этим. С девочкой-ведьмой. Вроде. Все, что я там помню, это то, что там были какие-то часы, к которым я подошел, и они меня убили тем, что упали на меня. А в конце я убегал от какой-то фигни. Страшно. Тоже игра на RPG Maker сделана была. Я думал, ты сейчас про какую-нибудь демонофобию напишешь. Ну, посмотрим, может, я даже ее пройду когда-нибудь после Дарквуда. Как раз мне пока играть не в чем. Разговорные стримы, как ты понимаешь, не вариант делать. Там только на ютубчике, только если. Если бы Софра делали Dark Souls. Веселый хоррор. Я еще до гейм проходил. Как он вроде называется? Или нет, не так? Это где ты перед телеком сидишь и птичек отстреливаешь. Так, лучше давай подвинься. Ну, это уже зависит еще от того, что сколько людей и как они общаются. То есть, может кто-нибудь зайти там, написать на нас сообщение, допустим, просто поздороваться и все, и сидеть молча. Я стараюсь, конечно, примерно чуть-чуть комментировать, что я делаю, чтобы не так тихо было сидеть. Но в Майнкрафте ничего особо такого не происходит. Тут комментировать мало что можно. Хотя вот в Прее... Вот в Prey я довольно много говорил. О, самое то. Опять лавкрафты всякие. Но мне нравится. Звучит многообещающе. Я еще помню, какие-то хотел с RPG Maker пройти, но как-то руки не дошли. Лор Берсерк. Я не смотрел Берсерка, к сожалению. Я думал его глянуть, но мне что-то так руки не доходили все время. Все-таки не фанат я жестких аниме. Ну уж прости. Что точнее культурно. Я много чего смотрел. Хотя из таких старых я единственное, что, наверное, только Нидзуку смотрел и все. Многосерийники мне как-то физически не хватает сидеть на них. Да я и Наруто не смотрю.
И блич. Что там еще Fairy Tail? Наруто я не знаю, я просто как-то не было желания его смотреть. Хотя аниме, я понимаю, хорошее. Ну, как я понял, кроме Боруто. Это пока все многосерийники, которые на данный момент вспомнил. Я вообще начинал смотреть аниме чисто с тетради смерти. И был сильно разочарован. Что в конце случилось? Мне кажется, я и забросил его наполовину. Еще не знаю, много кто смотрел. Есть такое аниме Бум называется. Или Птум даже, так лучше сказать. Но мне понравилось. Я, кстати, иногда встречаю моменты на том же ТикТоке, и иногда хочется посмотреть, но, блин, я понимаю, что я вряд ли это осилю. Я смотрел, может, максимум серию 20, все, на что мне хватило. Еще когда в школу ходил. Знаешь, когда на работе делать нечего. Мангу читать пока что не знаю какую. У меня валяется там. Но я никак не могу осилить их прочитать. А из Ранобук я только Коносуду и читал. Полностью. Кстати, офигенная штука. Не зря я потратил столько времени. Местами есть, в принципе, неплохие моменты, но да. Но так оно, да, скучноватое. Хотя кому-то нравится. Так, что мне надо было? Нет, надо было палки. Я лучше что-нибудь пересмотрю. Из того, что мне понравилось. Так, подожди. Зачем я хотел? Это симулятор слайд-шот. Что? Ты про навалки имеешь в виду? Или что-то я не пойму немножко. Возможно, не видел. Сразу посажу, что поросло немножко. Что у меня здесь такого? Пшеница, пофиг. Хотя я смогу с ним сделать хотя бы потом. Отлично. Что сразу? Бобры.
кажется, я в школе, как большинство этнигаремники, да и смотрел. Наверное, да, фигово. Я, может, и не успел дойти до битвы. Поэтому и... Поэтому и так. Я помню, было какое-то аниме про каких-то мехов. И меня забавляло, как в конце... Главные герои дерутся с кем-то на какой-то на своей базе. И просто в рандомном месте персонаж достает из металлического корпуса оружие огромное. Как же горничная. Как мог забыть про горничную? Короче, пойду я за Медузу схожу. Наверное. Я думаю, смогу дойти. Теперь я буду плыть на лодочке где-нибудь отсюда. И вот, вот про эти мехи это вообще отдельная тема. Я даже не помню, как называлась она. Это было чертовски странно. Представляешь, ты сражаешься на своей базе, и вот они все это время хранили оружие в гребаном полу. Типа, я сомневаюсь, что она туда приехала или что-то такого рода. Но я Гуррен Лаганн смотрел. Даже вроде два раза смотрел. Там недавно пересматривал его. Я не помню, вот последняя битва, она была в расширенной версии или в обычной. Потому что я как-то посмотрел, и они как-то сразу его прикончили. А в расширенной она там, они там так смаковали этот момент, как они стукали себя по лицу на протяжении минут 5, наверное. Столько еды так-то ходят, а я не могу добыть. Точнее, не добываю. Франции я, в принципе, нейтрально отношусь. Мне более-менее понравилось, но конец какой-то очень странный. А Еву я не смотрел, к сожалению. Я видел кучу моментов по ней и видел, что сейчас выходит ремейк, и я думал его посмотреть как раз когда-нибудь на днях. Ёбаные кушинки. А из мехов я помню тяжелый объект. Неплохая. В принципе, это вроде единственное, которую я более-менее хорошую посмотрю. Все остальные какие-то такие пафосные. Ну или мехи там такие. Слишком японские. Можно, наверное, так сказать. Хотя,
Мне кажется, в тяжелом объекте там скорее не мехи, а роботы, вот именно. Потому что... Я бы не назвал их мехами. Это просто огромные штуки. Разной формы. Ну, главный герой, например, главная героиня. Каталась на круглой штуке. Я заметил, как-то слишком много, кстати, ремейков стало появляться. Вообще всего подряд. От фильмов, игр, до аниме. Я вообще удивлен, что еще книги не стали ремейкать. А может, стали. Привет. Ты что тут забыл? Ну, с медузками я все равно схожу. Конечно, ремейки прикольная штука, считай. Все начинает выглядеть более-менее красиво. Даже если взять ту сцену Евы в космосе, фансервисную. Еще и бронированная. К ним нейтрально отношусь, но единственное, что хороших прям очень мало выпускают. Прям катастрофически мало. А как же Гуррен Лаганн? Тебе он не понравился? Или ты не смотрел его? Так, я тут был, да? Да, я был тут. Вы за кого нас держите? А, я же не смогу так пафосно сказать. Меня, наверное, сейчас оплюешь, но... Я в основном в аниме предпочитаю романтику всякую смотреть. Не знаю почему, но мне нравится эта расслабленная атмосфера и повседневность. У них слишком там все хорошо. Меня даже иногда некоторые в депрессию вгоняют. После них такое настроение херовое иногда. Вроде все там хорошо, а... А у тебя настроение херовое становится. Я бы не сказал, что Гуррен такой уж мужицкое аниме. Это скорее становление из сопляка такого. Лидера. Хотя я бы не назвал его лидером. Но битва в конце была офигенная. Мне понравилось. Не, ну мне самому не нравится вот эта фигня, серьезно. Они выпускают кучу всякого херни, которую даже смотреть не хочется. Типа я знаю хорошие, которые прям интересно смотреть. Но некоторые выходят такими, что просто либо дико скучные, либо прям банальщина полнейшая.
Я сравнил, например, с прошлыми годами. И в этих как-то вообще все плохо. Они мало того, что выпускают незаконченные всякие тайтлы, у которых даже манга еще не закончена. И ты потом ждешь этот какой-нибудь сезон один единственный. Или тебе приходится останавливаться на середине. Ай, ну господи. Я думаю, что за огромный пузырик. Так, а где еще одна была? Я же три видел вроде. С топором на медуз. Хорошо, попробую. Но сначала я Dark Wood хочу пройти все-таки. Я уже начинал его проходить полгода назад. Я скачаю, посмотрю его. Господи. Что у меня там прогрузилось такого? Я королевскую битву помню. Королевскую игру. Я накричать я не буду. А мне настолько страшно. Там просто жутко. Вот такие хорроры мне нравятся, где тебя не скримерами пугают, а звуковым сопровождением. Еще и так сделали, что ты не видишь всего происходящего. Вот я не знаю, Prey, конечно, это хоррор или нет. Но если это хоррор, то вообще не страшно абсолютно. Как и тот же Outlast, например. Я вообще не понимаю, почему Outlast говорят, что это прям такой офигенный хоррор. Нет, там не азартные игры. Там вся суть в том, что вот есть группа школьников. И некоторым или всему классу приходит сообщение на телефон, в котором король говорит, что им нужно сделать. Если они этого не делают, собственно, они и выпиливаются. Ну, такое, на любителя аниме. Хотя, конец забавный был. Чё так мало медузок? Я, может, конечно, половину пропустил, пока в чат смотрел. 5 штук всего насобирал. Скорее бы уже лето закончилось. Сидеть в душной комнате, в которой плюс 32 градуса, это жуть. Ты происекаешь? Не, они тоже не особо заходят. Вот единственное, что мне понравилось, это Коносуба. И то они были хорошие, потому что они вышли и были, можно сказать, такие первородные. Но для них еще ничего такого, никто этого не делал. А потом стали выпускать, типа, в другой мир со смартфоном там всякие. Или сейчас что-то выпускают, может быть. Мне неохота это смотреть. Че,
Почему всем так нравится лето, я не понимаю. Мне дико жарко летом. Я даже сейчас сижу, мне просто очень душно. У меня херачит вентилятор, у меня открыто окно. Даже на улице холодно, но мне все равно, ну так, прохладно. А у меня в комнате все равно дикая жара. А зима офигенно. Ну просто летом ты же не можешь снять ту же кожу, чтобы тебе стало прохладнее. Зимой можно просто побольше одежды одеть или тоже обогреватель включить. Как минимум, обогреватель стоит дешевле, чем кондей. А вентилятор? Я думал, он мне поможет. А в итоге это просто херня, которая мне чуть-чуть помогает ночью. Дует на спину. Хотя бы не так противно лежать. Кусочек хлеба могу сделать. Ну это да, что-то они перебарщивают с этим. Хотя есть вечно ленивый Танак. Вот это шедевр. Ну, блин, кушать хочется. Они тут как раз под руку попались. Не, все, котик. Котик жить будет вечно. Наверное. Не сто, они меня прокормили. Да блин, тут одни птицы летают. Где коровы, где свиньи? Одна свинка на всю поляну. А, ну две. Три. А, я верю, что он выживет. Или, например, вспомните Рефурету. Хоть там и очень херовая 3D-графика. Как минимум в первом сезоне. Но, в принципе, аниме неплохое. Хотя я вроде посмотрел, в втором сезоне они сделали лучше. Они убрали эту херню. Или сделали ее хорошо. Не то, что в первом. Ну, во-первых, не кулаком, а топориком с одного удара, без боли и мучений, ну, кроме одной, ладно. Мне силы не хватило ее добить с первого удара. Я, видишь, я гуманный, я убиваю с одного удара птичек. К свиньям и коровам это не относится. Ударился. Этих я не буду трогать. Они мне потом пригодятся. Я задолбаюсь тащить их себе домой.
На всякий случай здесь стало. Хотя половину можно и истребить, в принципе. Да, у меня места мало. Хорошо, что ты первый стрим не видел. Сказал, не буду убивать, а в итоге убил все поле. Ладно, если что, еще найду. Там окажется, что они на другом конце карты, и мне придется их тащить там, не знаю, пару часов. Не, ну кстати, Танос, в принципе, неплохой. Как все думают. Считай. Ну, он не всех убил, он убил только половину. И как он говорил. Без разницы, кто ты, богатый, бедный. Если ты попал в эту половину, то все. Ну, считай, смотри, если бы он не убил половину, а, например, удвоил ресурсы, то пришел бы этот чел, который пожирает планеты. Забыл, как его зовут. И тогда бы Земле точно конец настал. Мне было бы интересно посмотреть, что бы делали Мстители, если бы они щелкнули, увеличили количество ресурсов и пришел. Галактикус вроде его звали. Не помню точно. И уничтожил Землю. А вот и бот. Вот про них я и говорил. Скоро я добегу. Я могу, кстати, плыть все это время, да? Что-то я забыл совсем про лодку. Вообще, мне бы заканчивать уже. А мне завтра рано вставать надо. На работку. Жалею, я работаю. Опять буду сидеть и страдать фигней. Тики-токи смотреть. О, господи. Понятия, честно. Я настолько глубоко я не углублялся в этот вопрос. Ну, так сказать, есть же человеческий фактор. То есть все люди совершают ошибку рано или поздно. Даже тот же Тони Старк. Мне кажется, да, ему, если бы с его миром даже фигня произошла, то мне кажется, он примерно то же самое сделал. То есть, ну, может, конечно, кто-нибудь придумал бы другое. Не всемасштабный геноцид. Но он бы точно подумал про это. Я уверен. Блин, мне бы добежать и не умереть. Тихо.
Стой, не стукай. Ну, короче говоря, сам фильм, в принципе, неплохой. Если так брать. Хотя тех же фильмов про паучков, я еще не смотрел. Хотя куча моментов про них видел. И хотелось бы посмотреть их. Сейчас на скелета выбегу. Тихо. Нет, нет, стой, 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 стой. Нет, подожди. Хоть я близко к дому, но я не хочу помирать. А как же наш русский фильм? Я не помню, какой там был фильм, похожий на Мстители. Защитники вроде, или так они назывались. Мне кажется, про него все уже забыли. Хотя я тоже его не смотрел. Я вообще по фильмам очень так мало что смотрю. Кажется, последнее, что я видел, это фильм про грабителей. Старых грабителей, которых поймали в итоге. Ну да, так-то. Ну, типа, в целом, в принципе... Выходят некоторые неплохо. Неплохие работы у них. Разве год назад? Мне кажется, больше. Я даже не помню, какие там персонажи были. Вроде медведь самый запоминающийся был. Так, что мне надо было? Линейное шасси сделать. Вот, слушай, а как ты относишься к русским фильмам в целом? Русским фильмам, сериалам? Ну это да, самый запоминающийся персонаж. Мне кажется, русским просто актерского мастерства не хватает. Потому что, ну вот я смотрю даже те же самые моменты из всяких фильмов, сериалов, и... Как-то, ну, вообще не цепляет. Да и, в принципе, постановка кадров. Может, я, конечно, просто придираюсь к русским фильмам. А на самом деле они лучше, чем они есть на самом деле. Что это такое? О, господи. А, не, ладно, она не так сложно делается, как я думал. Хотя можно и по стандарту сделать. Русские в целом не особо славятся вот этим всем. Вспомни даже, как называют американцев. Блин, а механический вращатель он будет?
нам уже возвращаться было. Да, все нормально. Хотя визитовый корпус могу сделать. А вообще на фильмы. Именно русские. Я даже не помню, какие они там делают сейчас. Может, что-то и есть хорошее. Вот я помню только... Я не знаю, русский это фильм или нет. А... Берета вроде, или как так это называлось. Нет, не Берета. А, не помню название. Ладно, пофиг. А вентилятор тяжело делается? Ну, раньше лучше делали, чем сейчас. Сейчас все деньги просто уже распиливают, и ни хрена ни на что не остается. Ну или тратят просто колоссальные деньги ни на что. Для примера того же дрона вспомним, Почта России, который разбился о ближайший дом. Я уж молчу про то, что у нас вообще в стране все херово. Так, что мне надо будет, получается? Мне надо сделать кинетический механизм. У нас все через жопу работает. Вообще меня забавляют люди, которые пытаются доказать себе, что у нас все хорошо, и даже причисляют бесплатную медицину к этому. А, здесь каменные палки нужны. Бесплатную, блин, медицину. Которая нихера не бесплатная. Звучит, да. Так, плаксиво. Мне кажется, я из фильмов русских, да, вообще ничего не смотрю. Я фильмы-то смотрю раз в столетие. Что уж говорить про русские. Я Человечка-паука-то не могу посмотреть никак. А тут вот это. Если на интернет закажем. Так, все, я думаю, нормально будет. Он же должен, по идее, цеплять. Ну да, должен. Что я хотел? Я забыл. А, я хотел камень сделать. Не с камнем. Ну да, это самый офигенный паук.
Особенно вот эти моменты, когда, которые сейчас делают. Где он там идет с пивком домой и включается эта музыка. Человека-паука. Не, я смотрел его. Вот я только не смотрел этого второго паучка. Я забыл, как его зовут. Который самый недопаук. И строится. Причем он всегда так и оборачивается на нее. Так, ну отлично, одну я сделал. Уже прогресс. Осталось еще 7. А чего мне не хватает мне? Че? А, все, все хорошо. Как же неудобно. Нет, это точно надо будет на автоматизацию поставить. Если я задолбаюсь это руками все делать. Так, ну осталось еще сколько? Еще 3. А, господи. Так, а из чего он там делается? Я же могу просто вот так сделать, что я топлю. Что там, дерево? 6 и андезит. Еще 2 готовы. Отлично. Еще 4 штучки надо. Вот именно. Я и говорю, что все у нас сейчас херово очень. Потому что даже с таким бюджетом огромным они умудряются такую херню делать. Кто не старается, блин. Поэтому и выходит херня всякая. Никому не нужная. Которая забывается уже на следующий день. Мне кажется, это можно даже вообще ко всему причислить. От медицины до фильмов. А, черт, серьезно? Он сделал по 2 штуки сразу? Блин, надо смотреть все-таки, что я делаю. А, упс. Подожди, а их же можно вроде просто так присобачить, да? И, в принципе, все хорошо работать будет. Без клея. Да, они вроде без клея делаются. Ну, слизь на будущее. Так, ч
что мне осталось? Мне надо вентилятор сделать. Стол кузнеца. Я наконец-то смогу уже включить свою ферму. А, мне надо сундук прифигачить еще. Не, ну я понимаю, что где-то есть хорошее, но это точно не Россия. Ну вот смотри, зачем мне платить налог за медицину, когда я ей не пользуюсь, считай. Ну и в принципе, даже если сравнивать, вот я смотрел видос, опять же, про скорую помощь, и любой вызов они принимают, просто любой. Ты, мне кажется, можешь даже просто пиццу попросить тебе привезти, они примут этот вызов, и к тебе приедет скорая помощь. И поэтому у нас... Если ты вызываешь скорую, это занимает, блин, тогда можешь спокойно пару часов ехать. Потому что некоторые слишком ленивы, чтобы в ту же поликлинику сходить. Все уже это просто поняли и пользуются этим. Нужен пресс. Черт. Эти уведомления. Не вижу, что там происходит. Я уже сразу выкопаю место под всякими. Типа, тоже какую-нибудь дверьку тут. Про страховки не знаю, кстати. Вообще про них ничего сказать не могу. Единственное, что я знаю, это то, что компания меня застраховала. Если какой-нибудь нарик придет или алкаш агрессивный и побьет там, например, или руками сломает, мне вернут часть денег. Или не часть, там какая-то сумма была, я точно помню. Сейчас чуть-чуть музыку потише сделаю, чтобы как-то громкость стала. Хотя я даже не знаю, как это работает. Ну, я совсем бы с этим поспорил. Все-таки у нас в России ничего хорошо не работает. Просто если так сравнивать, мы настолько крупная страна, что живем, блин, в муравейник. Зачем? Вот что мешает нам, как в той же Америке, делать частные дома? Что нам мешает? У нас куча земли.
Но при этом мы, блин, пользуемся одним маленьким пачком земли. Вот я, кстати, не знаю, как это точно страховка работает. Я прочитал, просто там было написано про побои и все в таком духе. А, ну и смерть, конечно же. То есть, если я умру, мне выплатят там 800 тысяч. Огромное им спасибо. Вот только единственный вопрос, зачем мне эти деньги, если я буду мертв? А, про советскую, все, извиняюсь тогда. Советская еще более-менее хорошо работает. Работала, точнее. Даже жечь на костре, это есть. В чем проблема? В море кинуть. Привет, Мартейбл. Мы же в России живем. Зачем меня закапывать? Просто кинуть куда-нибудь в реку. Я поплыву навстречу приключениям. Мне интересно, а кремация, она вообще дорогая? Типа, насколько дороже сжечь тело, чем его закопать? По идее, должно дешевле быть. Огонь не такая дорогая штука. Развеять мой прах над Эверестом. Ну, было бы неплохо. Какой-нибудь задрот меня бы съел. Я бы прибавил ему сил. Никто все еще не знает, что после смерти ждет. Это самое интересное. Если быть реалистом, то гроб и тьма. Все. Хотя ты уже там существовать перестаешь, скорее всего, просто. Ну или я где-то слышал, что мозг продолжает работать после смерти еще какое-то время. Блин, я столько видосов про РП посмотрел. Не знаю зачем. Такие интересные штуки кладут обычно туда. Мне инвентарь весь засран всем, чем только можно. Зачем мне земля, например? Ну, короче, лучше кремация, если я правильно сказал. Тебя просто сожгли и не парились. Я сделал топор. Черт, перепутал. Ну-ка, из этой можно сделать? Нельзя.
Я тоже думал, ну, как вариант. Потом окажется, что ты умрешь и проснешься в другом мире. И ты на самом деле был в симуляции все это время. Просто не знал об этом. Ну или специально сюда зашел. Ну или я помню моменты какие-то видел, как в какой-то драме, где люди просто оставались в виде призраков и могли взаимодействовать со всем, там, например, взять покушать или еще что-то. Я хоть и крещеный, но я не особо верю. Если бы не вот это вот попы всякие русские, или как их там, батики, я не помню, как они там точно называются, может быть, я бы больше верил. Я как бы нейтрально к этому отношусь, типа. Мне единственное не нравится, это здесь же в России, что люди думают, что если они там совершили убийство, например, ну, веря в Бога, то есть они верят в Бога, они совершают убийство, и там, не знаю, поставят свечку и все грехи отпустят. Это забавно. Я уж молчу про то, что некоторые совсем уж такие прям тебе ухтят, что типа пытаются тебя в свою религию заставить войти, а потом творят херню, которая вообще с их религией никак не связана. Да блин, любого русского возьми, кто верит в Бога. Ну ладно, не любого, а какого-нибудь там 40+. 50+. Вот так лучше. Он, скорее всего, бухает. Или, например, была бы возможность, он бы спокойно спер что-нибудь. Воры в законе, да, вот это вообще, блин, полная херня полнейшая. Воры в законе, блин. Подожди, а что у меня сломалось? Зачем я еще одну кирку сделал? Ладно, у меня уж мозг не соображает. Вообще эти воры в законе, они такие забавные. Вот эти их правила всякие. Мне кажется, у якудза и японских больше работающих правил, чем у русских. Хотя я уже какой-то русофобией, наверное, попахиваю. Так, зачем я все это делаю, если я могу просто свое водяное колесо поставить?
Что-то я забыл совсем про него. Меня все еще забавляют эти школьники, которые думают, что если они там посидят, они станут мега-супер крутыми. Ай, зачем я так ломаю? Может что-то сделать? Так, я же около центра был, да? А, да, вот так, так можно делать. А, это закрыть. Ну, типа, везде свои правила. Конечно, есть, ты о чем? 100% есть. Вот я даже не сомневаюсь. Я нет, у меня знакомый живет. Да я, в принципе, стараюсь меньше контактировать с людьми, поэтому... Поэтому не уверен. Я не из тех, кто ходит по тусам всяким. На вписке и все в таком духе. Никогда не понимал этого. Нихера себе. А, у меня же тут окно открыто. Вообще, я рад, что я родился не в Сибири. В Сибири это какой-то хардмод уже начинается. Ну или вот эти, например, покатушки. А, я же поднимался, чтобы сделать штуку себе. Точно. Забыл. Это да. Поэтому... Ну хотя я так-то не скрываю супер. Так, мне нужна вот эта штука. Сейчас время уже такое, что, в принципе, особо не пристыдишь даже за то, что ты аниме смотришь. Вот раньше, да, вот это было очень херово. А сейчас уже не так страшно. Сначала еще проверить, какой он сторону будет крутиться. Это без понятия. Зря я бесконечный источник убрал. Да, чего вы не горите? День же вроде. Эх, а вспомнить поистине за шмот. Ну вот это вообще отбитые люди. А, он даже крутится в нормальную сторону. Шифт у вас там. Оно живое.
неплохая скорость. Правда, я не знаю, как я сейчас буду это останавливать еще. Да. Я могу ее сейчас сделать, интересно. А, как он там назывался? Сцепление вроде. Да, надо. Ну, у нас и город не такой, типа, там, жесткий. И я рад, что я не попал к таким. У меня бы точно возникла куча проблем с такими людьми. Я с алкашами-то общаться не умею, если... Если с алкашами не получается, то и с гопниками, чтобы не получилось. Точно получил бы по лицу. А, блин, мне же стол нужен. Ну, теперь, видимо, самое время идти в шахту. Снова, снова. На этот раз хотя бы покушать есть. Можно сюда скинуть. Сейчас с алкашами как-то тяжело общаться. Не знаю, не умею я. Я их и так недолюбливаю обычно, а они... Мне еще и приходится работать на такое, где они довольно часто приходят. Я, можно сказать, я даже не скрываю агрессию в их сторону. Но из-за этого, собственно говоря, они и тоже злятся. Что очень плохо чревато. Сейчас помню, что-то было вроде еще. Надо было еще одну кирку сделать. А то мне это не хватит. Я за киркой схожу еще. А кто именно, взрослые или всякие дети? Если дети, то это понятно, они постоянно всякую херню несут. А, меня разрешили за собой. Просто когда даже, типа, в старших классах учился, мы просто стоим, типа, болтаем между собой, и подходит какой-то школьник и начинает дерзить. Я не знаю, чего он добивался, но мой знакомый просто взял его за руку и повел к директору. Типа, зачем с ним разбираться, если можно просто к директору сдать все. Пусть уже он с ним разбираться будет. Это даже больше повлияет, чем если бы мы что-то сделали. Это да. Они очень раздражают.
Не знаю почему, но меня в целом все дети начали раздражать. Есть, конечно, более-менее нормальные, но есть вот эти сорванцы. Типа, если в дни работы мне пофиг, то на работе они меня очень бесят. Хотя я понимаю, что сам таким был. Я все еще себя таким чувствую. Там, ну, идя с работы, например, в виде вот этих всяких подростков. Я будто с другой планеты прилетел. А, ну, зрит нормально добывается. Ну или вот эти покатушки, я немножко их не понимаю. Типа, есть стоянка перед ТЦ, и они прям очень любят устраивать дрифт-фигню свою. Не, в целом, пока они не мешают мне, мне без разницы, но... Немножко страхово проходить между ними, когда ты идешь с работы. Вот, да-да, примерно та же самая фигня. Ну или просто у нас, например, стоит... Нихера себе. Там интересно, что сейчас пойду там посмотрю, что есть. Ну или, например, у нас стоит такая фигня, ну, счетчик, грубо говоря. И нам очень большой... Нас очень ругают за это. Если у нас большой счетчик, при этом мы ни хера не продали. И просто раздражает, что, типа, ты стоишь, у тебя там... Из-за всяких детей человек 60-70. И при этом у тебя ноль продаж. И потом за это ругают. Да и в целом, сейчас лето, они начали кататься на самокатах. И просто даже если идешь, постоянно кто-нибудь да хочет на тебя налететь. Я, конечно, человек не маленький. Я могу спокойно снести их. Но все равно неприятно, если в тебя врежется кто-то. Хотя с велосипедистами та же история. Так плохо, что у нас нет велодорожек. Потому что, ну блин, ты идешь, на тебе навстречу едет велосипедист. И не понимаешь, то ли он будет поворачивать, то ли он не будет поворачивать. И тоже будет ждать, пока ты будешь отходить. В итоге он может спокойно на тебя налететь. А это уже будет больней. Чем если тот же школьник на самокате к тебе подъедет. Короче, лето такое. Вот эти все самокатчики, велосипедисты, они очень сильно раздражают. Мне как человеку, который на своих двоих ходит постоянно. Мне это не нравится. Всему виной то, что нет велодорожек. Я копаю что-то, а я сам не знаю, что. Мне уголь точно нужен.
Ну или маленькие дети. Вот они так кричат, и ты стоишь на работе, у тебя болит голова, тебе херово, еще этот ребенок орет около тебя. Пока там его родители, например, какую-нибудь рассрочку оформляют. О, неплохо. О, все отлично, алмазы выпадают так, как обычно. Замечательно. Прогресс. Сейчас хоть в ад можно будет отправиться спокойно. И фрита поймать. Алмазом копается. А в интернете, без разницы. Если ты видишь, что человек более-менее хорошо, адекватно с тобой общается, то с ним, в принципе, можно и пообщаться. Сверкнуло. У меня похожая история была с велосипедом. Я к брату двоюродному ездил и взял велик, у которого не работали тормоза. И не знаю, что мне в голову ударило, но я решил скатиться с огромного склона, который так зигзагами идет. Или даже не зигзагами, а спиралью. Причем там не просто земля, а такая, типа камушки. Ты примерно ожидаешь, что в конце случилось. Я просто не справился с управлением. Меня на последнем повороте оно занесло. Ну, это, в принципе, даже удачно получилось, потому что... А дальше я... Опять же, не знаю, чем я думал. Потому что я бы не смог физически повернуть на 90 градусов. Прямо подо мной земля падает. Ну, короче, я умер, да. Так. Я врезался в камень какой-то на этом повороте. Крутанул сальто и упал в канавку. Поэтому мне повезло. Могло быть хуже. Либо я дальше поехал и начал бы по кочкам херачить. По таким холмикам маленьким. И в итоге все равно бы упал. Где я тут? Я в той стороне лучше. Либо если бы я все-таки смог развернуться, я бы врезался в деда с собакой. Ну, кстати, когда я упал, она на меня лаяла. И прям пыталась вырваться. Поэтому я думаю, это не особо-то добрая собачка была. Ну, грубо говоря, со мной ничего страшного не случилось. Ай-яй-яй. Давайте жить дружно. Нет. Ну, посветите на место.
Ну, видел бы то, с какой скоростью я там летел. Я даже пытался ногами тормозить, но я был в сланце. Или даже в тапочках, я не помню. Это была очень гиблая идея. Тем более об камни тормозить. Еще повезло, что там никого не было. А, это звук рюкзака. Ну потом, ладно, я оделся еще более-менее хорошо. То есть я, в принципе, потом поднялся, у меня вся спина болела, конечно. Но я, можно сказать, я в шоковом состоянии находился, поэтому мне было не больно. Мне брат помог дойти. У меня даже следов так-то не было. Но выглядело забавно от первого лица. Это просто ты едешь, врезаешься в камень. И все, что ты видишь, это сначала траву, потом небо, потом снова траву. И потом снова небо. Моя, что не так с музыкой? Ух ты. Неплохо. Вот это фартануло неплохо. Хотя, опять же, он мне сейчас вряд ли чем поможет. Но зато есть. Да и в принципе все. У меня мало историй, которые со мной происходили. Я такой скучный человек. Похоже, длинные волосы. Взялся за ум, так сказать. Мне кажется, я изначально был таким спокойным. Я точно помню, что мне сначала... я был суперактивным. Мне говорили, чтобы я был поспокойней. А в итоге я стал настолько спокойным, что я даже говорю тише, чем обычный человек. И стараюсь не ввязываться ни в какие неприятности. Породили скучного человека. Все, что делаю. Блин, будь у меня деньги, все, что бы я делал, это сидел дома. Не вылазил. Зачем я крафчу кирку? У меня же есть. Хотя большинство так бы сделало. Типа сомневаюсь, что я бы покупал всякие дорогие машины. Или огромные особняки, все из золота. Как не будем говорить, кто. Блин, у меня тоже с этим проблема, я тебе так скажу.
но у меня скорее просто из-за того, что я сейчас живу один, и у меня нет ни холодильника, ни плиты, ни чайника даже. Я питаюсь одними полуфабрикатами. Да. Запрещено произносить его имя. Поэтому надо как-то запаплять. А то я что-то запустился очень сильно. Еще бы заставить себя это все делать. Потому что, ну блин, кушать-то хочется, а готовить негде. А, да, я вспомнил. Там же какая-то штука снизу была. Лаборатория. Сырая паста. Вот и еда подъехала. Призмаринчик. А это что? Знаешь, что это? Еще одна стрела. Еще монетки. И еще монетки. Все. Здесь больше ничего нет. Ну, видимо, все. Это скучная штука. Это же то же самое, вроде, да? Да. Да, блин. Сломающиеся блоки. Ну, зачем ты сюда идешь? Мини-тренер? Что за мини-тренер такой? Мне не нужно. Бочка нафиг не нужна. Мне бы просто заставить себя. Я, в принципе, начал какое-то время хотя бы упражнения делать по утрам. Но что-то надолго меня не хватило. В принципе, в основном лето в этом виновато. Что когда тебе настолько жарко, что просто ничего не охота делать. А уж походу на работу это просто ад. Я не знаю, кто проектировал наши улицы. Смерть по этому человеку, но ты просто идешь, и тебе всю дорогу херачит солнце в лицо. И
ни одного тенька по дороге нет. Ты вот идешь 15 минут, и все время тебе в жару херачит солнце. Я уж молчу про светофоры, которые ты стоишь, опять же, без тенька, под солнцем, несколько минут. Зачем, спрашивается, фиг его знает. Потому что машин там особо нету много. За то время для пешеходов все меньше и меньше. Ладно, думаю, порох не особо пока что нужен. Там я что добуду. Зимой мороз еще более-менее терпим, потому что ты можешь просто лучше одеться. А летом даже не пойдешь голый по улице на работу. Не, ну может на какие-то еще можно. Но все же. Может, стресс? Ну, это да, неприятно. Я просто не знаю, как это все работает. Эти все болячки. Что самое мало что происходило из этого всего. Пока что. Хотя я очень отчетливо чувствую снижение зрения. Привет, чти. Ну хорошо. Стою, копаю. Я вроде настраивал автомат, он все равно хреново работает. Правда, я уже заканчивать хотел, а то я уже 3 часа стримил. Я бы больше постримил, но мне вставать завтра рано. Ох уж этот один выходной. Не люблю я его. Поздравляю. Я так давно в Майнкрафт не играл. Ой, в CS не играл. Там много что изменилось. Моды, да разные, но в основном Create. Так, лучше сказать. Места нет. А я же лазерит попал уже. Нормально, живцы ларил. Так подкрадывается бесшумно. О, у меня, видимо, дождик начался.
сверкает что-то. Спасибо за подписку. Привет. Хорошо. Еще раз повторю. Стою, копаю ресурсы. Хотя скоро закончу уже. А что случилось, да? О, еще одна КС-ка. Лучше не знать. Ну ладно. От себя копал. Не, мне не делали. Ну давай, расскажи. Крипера они такие, да. У меня примерно так же бывало иногда. Ай, нет, поставил. А мне что, хило кончилось. Так, а теперь как мне выбраться обратно? Давай, расскажешь, что там увидишь. Нет, спасибо. Не хочу так. Мне уже раньше хватало таких способов. Уже вылез почти. Вот ты прям рассказал историю, как... Я где-то тоже видел, похоже, где человек выкопал какой-то блок, упал вниз в лаву, потом еле как вылез из нее, его взорвал крипер, из-за которого он опять упал вниз и опять в лаву. А нет, он просто упал сначала первый раз. Да, так. И какой я улов получил с этого похода? Очень маленький, да? А я не туда скидывал. Везёт вам. А версия 1.16.5 вроде.
Так, я все скинул. Вот это еще непонятная фиговина. Я серьезно так мало железа выкопал? Ах, господи. Надо бы самую минимальную штуку сделать. Вообще, я хотел за Редстоуном так сходить. Но что-то я как-то его не нашел. Что у меня там? Хоть сколько-то выкопал, интересно. Мне бы эту адскую машину как-нибудь остановить. Вот сейчас. Так. Блин, ну ладно. Уж слабенько. Несет. А вот у меня нет холодильника. Завтра салатик. Разве? Что-то я не помню. Я просто помню точно, я через сцепление всегда делаю. Ну вот, вот эта штука, возможно, сработает через рычаг. Единственное, мне бы как-то... Не знаю, как сделать. Он дотянется отсюда. Не работает. А, исповеды. Ну, блин, сейчас ПКМ то же самое, почти что. Если бы я... А, короче, то же самое, что если бы я сломал эту штуку. О, и как у тебя выходит? Ну, у меня то же самое было до недавнего времени. Хотя сейчас максимум там, пару зрителей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, у меня до углов не дотягивается. Может. Ну, это точно не ко мне обращаться. Здесь света не хватает. Ровно? Нет, не ровно. Ну, уже же прогресс. Просто каждый день стримить. Стараться. Пытаться. Хотя у меня иногда просто сил нету.
Олька. Знаешь, все просто. Стань аниме девочкой. И вот за тебя подписчики. Ловер. И все на свете. Все просто. Ну-ка, я смогу зацепиться? Что у тебя так с бассейном много связано? Что ты такого там смотришь? Хорошо. Ай, свернул ОБС. Из интереса к этой, когда Шкарейки зашел, смотреть вообще, что там происходит и что он стримит, или он, не знаю, как правильно обращаться, там такой ад происходит, просто жить. Она, все окей, она значит. Мне надо будет еще автомат поднастроить, когда он как-то криво работает. Так, что мне надо? Вот это за мод все-таки мне интересно. Мне интересно, как ее все еще не забанили. При том, что там такой ад в чате происходит. Блин, тут тоже редстоун нужен. Да-да. Именно там. Ну, мне это утка. Мне нельзя поставить. Давай, я, наверное, тоже заканчивать буду. Завтра в это же время опять начну. Давайте, всем удачи. А я спать пойду. Давай, пока. Удачи вам.